Всем привет, ребята! У нас новая рубрика «Неизвестный Таиланд». Что имеется в виду? Многие из вас или были, или собираются проводить время в Таиланде как туристы. Обычно это Пхукет, Бангкок, Паттайя. Ну, то есть мы все знаем, что Таиланд — это пляжи и морской отдых, как правило, для большинства, да, для меньшего количества людей это Бангкок, музей и что-то там, какая-то культурная жизнь. Кстати, у нас сейчас в Таиланде неделя русского балета будет вот в ближайшее время. В этом плане, конечно, жить в Паттайе очень удобно, потому что полтора часа, и ты раз, и в Бангкоке, а там джаз, балет, опера и все остальное. У них и свой балет есть, сейчас еще русский приезжает, постоянно приезжает кто-нибудь, то французский, то американский. Опера, классические концерты, концерты классической музыки и т.д. и т.п. Но сегодня не об этом. Представляю вашему вниманию национальный парк-заповедник Хао Яй. Переводится как Хао – это гора, Яй – большая, большая гора. Там это всего лишь 3 часа пути от Паттайи и всего лишь 80 км от Бангкока. То есть совсем недалеко. Советую туда поехать несколько дней. Там, соответственно, названию горы, в горах прохладно. В этом году рекорд ночью было плюс 5, а так бывает вот плюс 16, плюс 18. Ночью это нормальная температура, днем может быть 23-26, тоже очень комфортно. При этом красивейшие многоярусные джунгли и есть пешеходные маршруты по джунглям с инструктором, без инструктора, попроще, посложней. Можно с собой брать бинокль, наблюдать самых разных животных в больших количествах. Есть кемпинг, то есть можно ночевать в палатках прохладненько, приятно, свежо. И там парочка водопадиков. Ну, то есть заповедник, ну, нет таких мест, что прям вау, такого нигде в мире больше нету, да. Но и, собственно, есть что посмотреть в то же время. Так как он совсем недалеко от Бангкока, там уже в этом заповеднике лет 30 как отдыхает богатая и не очень публика. Но все же делается под богатых обычно, да, поэтому там огромное количество каких-то тематических ресторанов, кафешек, пивнушек. Прям вот так, такой супер новый дизайн, все новое, все очень дорого. Вкладывают огромные деньги, то есть там при этом еще есть лухари, какая-то еда и вечерний отдых. Казалось бы, ты в заповеднике, но при этом лухари есть. И очень большое разнообразие вообще, в принципе, кухонь. Да, то есть и японская, и мексиканская, и итальянская, и какая угодно. Там же проходит ежегодный, самый крупный в стране, фестиваль, как ни странно, тайских реконструкторов. Называется «Кауяй ковбой пати». Тут была такая история, 80-е годы, богатые тайцы, дети богатых родителей, да, то есть мажоры по-нашему, поехали учиться, получать высшее образование в Техас. Учились они на скотоводов, как ни странно, то есть не на банкиров, а именно на скотоводов, на фермеров. И, проживая в Техасе, они прониклись ковбойской культурой, вот индейцы, ковбои, значит, конная езда, вот это все им зашло. И они по приезду сюда стали сначала семьями просто выезжать именно в Хауяй, покататься на лошадях. Почему туда? Там прохладно. Ну, понятно, что кататься на лошадях приятнее по прохладе, чем плюс 40, да. И потихоньку, для того, чтобы было больше атмосферы, они стали покупать там какие-то шляпы, ковбойские сапоги, казаки, как мы их называем, и много еще другого. Потом стали присоединяться друзья их друзей, друзей друзей, потом уже незнакомых людей. И сейчас прям целое реконструкторское движение существует в стране. То есть они шьют себе одежду уже по источникам, изучается материальная культура. Они ориентируются на 1850 год. И вот самая крупная тусовка в году – это Кауяй ковбой пати. Туда может любой человек поехать. Не обязательно иметь какие-то костюмы. Там есть отдельный лагерь, где люди ставят вигвамы, кто занимается индейцами, одеваются в индейцев. Насколько правильно, я оценить не могу, потому что я не специалист по индейцам. И там же есть люди, которые
одевает ковбоев, приезжает со своими лошадьми, семьями, с музыкантами. Музыканты играют кантри-музыку, все пляшут. В общем, душевно. Но сегодня я вам покажу немножко. Там есть еще одна статья развлечений или увлечений и расходы денег для желающих развлекаться. Тоже не, вот здесь про ковбоев знаю, как началось, здесь я не в курсе. Почему-то там стали строить такие поселочки, городки в итальянском стиле. Причем стиль такой итальянский, средневековый какой-то, позднее средневековье. Ну, видимо, как-то он горам больше пришелся, я уж не знаю. Или тоже кто-то поехал, пожил в Италии, вернулся. Непонятно, построили три довольно крупных объекта. То есть прям целая долинка, и там вот, ну, по нашим меркам это поселочек, да, а по европейским меркам это полноценный городок. То есть там 30 тысяч домов, квартир примерно. Скажем так, спальных мест, да, 30 тысяч. Вот, то есть, ну, реально, действительно городок. Таких мест построили 3 за последние десятилетия. Очень атмосферно, сейчас вам покажу. Мне интересно, что 2 из них, это были просто отели. То есть появились инвесторы, которые построили целый район, состоящий из отельчиков в итальянском стиле. И одно место, это были так называемые кондо-отели. То есть люди построили жилые квартирные дома в виде итальянских средневековых таунхаусов. Виллы, которые продали частным лицам. И потом и эти же квартиры у частных лиц взяли в доверительное управление. Их сдают. Да? И вот интересно, что когда был ковид, 2 места, которые просто отели, обанкротились. И сейчас они стоят в запустении, что тоже красиво. Я это тоже снял, там 5 минуток. Ну и вот одно место выжило и процветает. То самое, где люди купили, и это теперь их квартиры и дома. Но они при этом их посуточно еще и сдают. А таких видео будет много, они будут короткие. Как вот сейчас тоже видео. Буду показывать вам еще какие-то интересные местечки. Хорошего просмотра. Я нашел интересную заброшку лет 6-7 назад. Это я здесь был несколько дней, жил, может, дней 10 даже. Это в горах в Таиланде, в заповеднике Кауяй. Такая типа итальянская деревенька. Старинная, тут такие кафешки, улочки, такой дизайн, типа застаривания. И на ковид это все закрылось и больше не открылось. То есть получается с 19 года или с 20-го это все стоит. Интересно, что здесь все заросло, но нету вандализма совсем, хотя объект не охраняется. То есть все целое. И прям как в фильме про апокалипсис или какой-нибудь The Last of Us, только без бойфрендов, с бойфрендами. Но кто смотрел, понимаете, о чем я. Причем там вон завили в растения даже изнутри. Все. И я сейчас тут хожу уже минут 30, наверное. Тут вот плитка была. В смысле, не плитка, а этот, мостовая. Хожу и обратил внимание, что в некоторых кафешках осталась даже мебель и посуда. Можно снимать. Вот, Палео Ин. Кстати, был дорогой отель. И по вот этим улочкам было прям так. Тут тусили всякие художники, уличные музыканты, уличные небольшие постановки показывали, какие-то театральные. А теперь все. Но оно, в принципе, я не скажу, что стало прям намного хуже. Даже в чем-то интереснее стало. Вот так некоторые дома заросли. Почему в Кауяй многим нравится, и мне тоже здесь... Изначально ковбойско-байкерская тусовка, то есть здесь много тусит людей, которые занимаются реконструкцией ковбоев-индейцев. Вот, осталась мебель.
И байкеры тоже тусят здесь. Вон даже меню. Бухлишка. Странно. Может, это, конечно, пустые бутылки, но у нас бы и пустые бутылки зашли бы и разбили. Тут закрыто. Так вот, почему тут многим нравится? Здесь в палатках люди живут, кемпинги устраивают. Это заповедник. Потому что он в горах, и здесь зимой, ночью плюс 16, а днем где-то 25-26. То есть очень комфортная температура, приятная. И плюс 80 км от Бангкока. Поэтому здесь очень много дорогих отелей, ресторанов. И вот один из них постигла такая вот судьба интересная. То есть такая увлекательная заброшка. В заповеднике здесь живут слоны, обезьяны, тигры, крокодилы, олени. Много всех. Вон, как будто бы, видите, как будто люди вышли в один момент, да, и ушли. И здесь, в заповеднике Хаояй, однажды я был на ковбой-пати новогоднем. Тут до 5000 участников собирается. Лошади, кантри-музыка, шляпы, пистолеты, ковбои. Я пошел в кусты привязать коня, если вы понимаете, о чем я. И когда я стоял, привязывал коня, я поднял голову повыше, смотрел на звезды, потом... Опустив пониже, на дерево увидел, напоминаю, мы в горах, далеко от моря, да? Я увидел на дереве очень крупного матерого краба. Он был красный, поросший мхом. Ну, прям такой, где-то с кулак размером, наверное. То есть это горный древесный краб, который никогда не был в море. Более того, если его в море опустить... В воду опустить, он, скорее всего, утонет. То есть он даже не умеет плавать. Ну, в смысле, находиться в воде вообще. Вот такой вам небольшой обзорчик по заброшке интересный. Вообще здесь очень много и очень модные итальянские такие деревни. Я сейчас в одной из них проживаю. Покажу вам. Всем привет. Показываю вам нестандартный Таиланд. Ну, в смысле, не такой, как мы привыкли его видеть. Это у нас заповедник Хаояй, переводится как Большая гора. Недалеко от Бангкока совсем. Тайцы построили целый такой итальянский средневековый городок. Назвали его Тоскана. А в основном 90% здесь это квартиры. Есть отдельные виллы тоже, сейчас посмотрим. Но в основном это квартиры. Вот, которые, когда ты не приезжаешь, их посуточно сдают. Насколько понимаю, это прибыльно, потому что номера здесь не дешевые. По 500, по 600, по 700 долларов. И свободных практически нет вообще. Вот у них так брусчатка выложена. Везде скверики, фонтанчики. А, вон наверху виллы стоят отдельные. Отдельные виллы, конечно, стоят дорого. Сотни тысяч долларов и есть и миллионы. Это такая здесь веранда. Почему привлекает массово сюда инвесторов? Да? Что именно привлекает сюда массово инвесторов? Это то, что здесь, во-первых, прохладно. То есть вот сейчас мы в горах, да? Внизу 35 где-то градусов, у нас здесь 26-28. Ночью температура может упасть до 19, даже 16, но это в новогодний период. Тут вот гольфовые поля, озера, вон там тоже виллы стоят. Ну, они такие, типа а-ля итальянский стиль. А продается в Таиланде всегда все уже с отделкой полностью.
А, ну и, собственно, лес как будто бы сосновый или хвойный. На самом деле нет, это хвощевые растения. Они растут независимо от температуры. То есть эти же растения растут у нас и внизу. Недалеко от Паттайи есть целый лес с таких растений, но выглядит аутентично. То есть, скажем так, квартира в доверительное управление здесь. Сейчас немножко поездим, посмотрим, что тут есть, как это все выглядит. Я не продаю ничего здесь и не буду продавать, просто показываю, что Таиланд — это не только море и пляж. Это я внизу уже. Вот они снаружи, эти домики. Они как бы имитируют. В Европе был период, когда каждый хозяин строил себе отдельный, скажем так, таунхаус, да? И они немножко отличались по стилю, по внешнему виду, по отделке, по окраске. Все старались выпендриться, у кого круче. Сейчас покажу еще. Там вдалеке они даже построили падающую Пизанскую башню. Вот видите, как с зумом удобно, да? Сейчас туда поедем, там на втором этаже ресторан. Я в нем не был еще. Вот, вокруг велосипедные дорожки, гольфовые поля. Ну и прохлада. Как бы очень комфортная погода. Рестораны дорогие, ну где-то в 3-4 раза дороже в среднем, чем... Ресторанов много здесь. Дороже, чем обычный какой-нибудь ресторан. Ну то есть... Позавтракать, например, вдвоем, так скромненько. Завтраки входят, но если вот чисто там яичница, бекон, какие-нибудь гренки, кофеек, десертик, долларов 50-60 на двоих выходит. Такой бассейн. Корпуса. Все заросло вьющимися растениями, чтобы аутентизма добавить. Здесь много котиков. Сейчас 0,5 поставлю. Чик. О. Это типа акведук, как будто бы, да? Много котиков, сказали, что около 30 здесь. Котофеев, они все выглядят очень уверенными в себе, сытыми и даже офигевшими. Там типа даешь курицу, он такого: не, курицу я не буду. Мясо, ну подумаю, не знаю, посидел, подумал, ладно, чуть-чуть съем, так уж и быть. Очень популярно у населения. Ну видите, Бангкок рядом, в Бангкоке много богатых людей. Не только в Бангкоке, вообще в Таиланде. Таиланд как бы не бедная страна, да? Поэтому со всей страны едут, покупают тут. Вон там тоже виллы строятся еще. Это вот гольфовые поля. Интересно, что почему-то именно итальянская тема здесь зашла. Кто ее начал продвигать, непонятно. Каким образом, почему, допустим, не Франция? Наверное, как-то связано с тем, что итальянская еда, она больше всем знакома, более популярна, да, скорее всего. Французских ресторанов-то вообще крайне мало. Не знаю, как в мире, у нас вот в Таиланде итальянский ресторан — это средняя цена и чуть выше, а французский-то всегда дорого. Непонятно, почему, там совершенно обычная еда. Но это всегда стоит дорого. Так, это непонятно. Тут много-много таких вот лабиринтиков. Туда пойдешь, выйдешь там к какому-то парку. Сюда пойдешь к скверику. Сюда пойдешь к фонтанчику, выйдешь. Можно очень долго ходить. И здесь таких городков уже больше 10 построено. Людей сейчас нет, потому что сегодня утро вторник. Все уехали. Плюс сейчас есть одна серьезная проблема. Это солнце. Сейчас
сейчас все или замотанные полностью, чтобы лицо было замотано, играют в гольф. Или сидят в номерах. Ну, вот так вот симпатично выглядит. Все. Вот. Сидят в номерах, чтобы, не дай бог, не загореть. То, что здесь загар, это очень-очень некрасиво. Типа ты деревенский, если ты загоревший. Так. Здесь прям лабиринты. Надо запоминать. То есть это вот еще один из ресторанов. А, я смотрю, наверное, мы вон там пройдем. Вот тут пекарня. Пахнет просто божественно. Кстати, я читал исследование, что самый приятный запах для человека во всем мире – это запах свежевыпеченного хлеба. Почему-то. Хотя хлеб-то мы начали есть совсем недавно. С точки зрения истории человечества. Это у нас задние дворы, парковка. Сейчас я подойду, покажу. Как бы центр одного из этих маленьких городочков. Ну, это как бы такие итальянские деревеньки. Сымитированы неплохо, причем. Вот, кстати, для любителей цветов. Вот этот цветок сейчас закрыт. Вот он. Ночью он открывается, я не знаю, что это. Пахнет просто нереально, как будто бы вокруг все духами. Как будто вылили тонну духов. Так вот, гольф, итальянская еда, итальянский вот такой вот, итальянская картинка. Ну, жилье похоже на итальянское, да? У тайцев это признак хайсо. А еще ты должен разбираться в вине и пить кофе. Тайцы, видите, никогда не были колонией, поэтому у них культуры употребления вина вообще нету, в принципе. Кофе тоже. Это вот такие улочки тут. Симпатичные. Вечером вот эти столики все полные. Ну, реально похоже на Европу. Так вот, они не разбираются, не пьют вообще кофе, не разбираются в вине совершенно. Вообще в алкоголе слабо разбираются. Поэтому, если ты в этом шаришь, то ты хайсо, high society, да, ну типа дорого-богато, модный. Вот, если ты хочешь быть хайсо, ты должен в этом разбираться во всем. У тебя должна быть вот в таком месте или квартира, или дом. Может быть, фоточки в Инстаграме, смотрите, как заплело дом. Прикольно. Так, сейчас пройдем. Покажу вам немножко дворики. И туристов здесь практически нет. Очень мало. Я тут проездом бываю время от времени, но туристы видел буквально, не знаю, раза 3-4. Проект очень масштабный. Так вот, еще один момент, который делает тебя модным, красивым, богатым, это прохлада. Чем больше ты живешь в прохладе, тем ты богаче. Поэтому дорогие рестораны, дорогие эти кинотеатры, обязательно все должны быть. Там кондиционер такой должен быть, чтобы пар шел изо рта, и вот-вот такое ощущение, что снег пойдет. Так, сейчас я зайду в тенечек, сниму. И у них вот сериалы, да, у меня дома телевизора нет, но я бывает, что у кого-то в гостях. Смотрю какой-нибудь, там они смотрят, я спрашиваю, что вообще происходит, рассказывают. Это сейчас самый модный сериал такой-то. Так вот, там они, если показывают жизнь богатых людей, они там ходят дома в пинджаках, в
в свитерах, какие-нибудь джемпер, пловер, не знаю, как это правильно называется. Вот горы. Солнце. К сожалению, я неправильно выбрал время, но переносить на завтра не хочется, вдруг не получится. Найдется какое-нибудь срочное дело. Вот. А с чем связано? Потому что кондиционеры, если у тебя большой дом, и он весь охлаждается, это дорого. Соответственно, если ты богатый, у тебя должно быть холодно. Если у тебя холодно, значит, ты богатый. Вот. А, кстати, еще тоже проблема. Внутренние авиарейсы тоже они так врубают кондиционер, что можно, в принципе, отъехать. Это вот внутренний домик одного из... Внутренний дворик одного из домов. Бассейн. Ну и в каждом дворе есть тренажерный зал. Ну, насколько я понимаю, они на гольфе так упахиваются, что им, в принципе, уже не надо ничего. В гольф, да, ты тоже должен играть. Обязательно. Поэтому, видите, как и в России, людям полностью навязаны европейские ценности. То есть вот в списке, который я вам сейчас рассказал, что нужно делать, чтобы ты был крутым, ничего тайского народного нету вообще, да, совершенно. Ну вот как и у нас, к сожалению, в России такая же точно ситуация, что ходить в какой-нибудь косоворотке, в шароварах, плясать народные танцы – это не признак богатства совсем. А вот... А, или кушать в русском ресторане, да? У них тоже вот тайская еда считается, но это для таких, для простых людей. А мы же богатые, мы будем кушать итальянскую. Но тоже они обязательно фотоют все. Всю еду, весь гольф, вообще все. Фотаются в теплой одежде. А, кстати, я вот тут позавчера, что ли, вечером был. Ну, вечером было, наверное, где-то 25. То есть не холодно. И вон там, вон дальше, там за углом на улице мы там ходили. Там тетя тайская, столичная тетя, фотовалась в белой шубе. Прям натурально. Она накинула на плечи белую такую шубу пушистую и в ней фотовалась. Вот это я понимаю. Богатая жизнь. Поэтому, видите, европейские ценности колонии не были никогда. Ну, прям официально. Как и Россия, да, например. Но, по сути, мы все колония, культурная колония европейского мира. Парковка. Так, сейчас поедем. Тут таких много мест. Покажу вам еще парочку. Они, в принципе, однотипные. И немножко вью посмотрим. Просто для интереса, как это у них тут все устроено. Вот, я чуть проехал. Такие виллы. Насколько понимаю, забор есть только со стороны дороги, а дальше его нету. Гольфовое поле, потом вот озеро небольшое. Вот такой домик поскромнее, а вот домик побогаче. Сейчас, если получится, поближе подъеду. Посмотрим. Ну, вот та, которая попроще. Ну, в принципе, она, да, такая не особо дорого-богата. Вот. И вот, которая побогаче. Там тоже еще попроще. То есть, тоже мне вот нравится, что здесь они не однотипные в кучу собраны, а разные, да, совершенно. Планировка у всех разная. Я не знаю, даже вообще они повторяются здесь или нет. Тут даже на какой-то готический собор больше похоже.
Вот тут тоже такая стоит. Попроще. И они молодцы. Серьезно относятся к вопросу. Даже видите, плитка разного цвета, типа застаренная, как будто бы ее в разные времена меняли. Это очень важно, да, потому что часто делают как будто под старину, а плитка вся вчерашняя, заводская. Ну, в смысле, новая, вся одного цвета. Так в старинных домах не бывает. Но это тут очень тихо. А, еще у них везде есть камин, но он выносной. Камин на улице, в беседке. Сейчас попозже, если увижу, покажу. Тут интересно, что некоторые деревни уже закончены, туда вообще не пускают, в принципе. Вон там тоже дома стоят. Дома реально разные. Я вот сейчас много уже посмотрел домов. У всех разная планировка. И вот тут вот так симпатично с цветочками. И такая вилла стоит, там даже какой-то герб. У тайцев очень много дворян, обедневших и богатых. Дело в том, что у них и сейчас присутствует многоженство, хотя они буддисты. А раньше у них десятки и сотни были жен, соответственно, сотни детей. Соответственно, это все дети были дворянами, поэтому дворян здесь много. Но дворянин у них не всегда, значит, богатый, вернее, часто. Да, например, я когда гидом работал, у нас в Бангкоке была одна тетя, гид. Она была дворянка настоящая. Ну вот она работала гидом за несколько тысяч долларов в месяц. Вместе с нами, со всеми. Поэтому много обедневших дворян. Ну и вот туда дальше вниз уходит тоже деревня. Но она, к сожалению, тоже против солнца. Вообще места прям замечательные. Если бы это было где-то еще у моря, я бы тоже приобрел здесь домик. Но все-таки просто горы и прохлада. Из плюсов все, больше вообще ничего. Для меня пока это не такой не критический плюс, чтобы вот все надо брать. Я все-таки... Ну, такие поместья, дома, они все-таки для старости, да, я считаю. Пока ты можешь, надо много путешествовать, пока у тебя есть силы. А в старости уже, когда все с путешествиями закончено, можно сидеть где-то на вилле. Но я вот все-таки считаю, что старость и теплое море, теплый океан где-то возле дома, это правильно. Теплый океан пенсионерам, по моему мнению, продлевает жизнь. О, хороший вид. Вот смотрите. Это, наверное, как раз где я ночую, скорее всего. То есть довольно далеко. И это, естественно, не... Я сейчас не в одном конце, это другой конец городка. Нет, он где-то раз в пять побольше, чем мы сейчас видим с вами. Ну и горы такие симпатичные тоже. Это чуть другая локация. Вон играют в гольф по прохладе. Там немножко еще вон виллы видно. И здесь очередной этот коттеджный поселок. Это уже у нас выезд из деревни. Ну, один из выездов. Или из городка Тоскана. Ну, тоже, видите, они молодцы, не поленились. Сделали все... чтобы все выглядело совершенно по-разному. Совсем. И, кстати, внутри планировка тоже разная. Я тут жил несколько раз в разных номерах. Или квартирах. В квартирах, да, получается. И планировочка разная. Это прикольно, молодцы. Ну, хотя за такие деньги я бы тоже постарался. Здесь жилье стоит где-то в 4 раза дороже, чем обычное. Ну, здесь прилагается, видите, огромная инфраструктура. Озера, парки, вон лебеди гуляют. Это все ты получаешь в довесок к квартире.
Вот еще общий вид на эти таунхаусы. Туда этот городок большой, он туда далеко уходит. Но я уже не пойду по нему гулять. В принципе, все одинаково примерно. Тут вот еще целые кварталы в ту сторону уходят. Здесь падающая башня. Она стоит ровно, но у нее под наклоном этажи, поэтому создается ощущение, что она чуть-чуть в ту сторону наклонена. То есть тоже какой-то грамотный архитектор строил. И внутри, естественно, ресторан. Вот название, кому будет интересно приехать сюда, пожить тут. Тоскана Веллей.